Прокуратура Тянгульского района пресекла грубое нарушение прав водителей скорой медицинской помощи. Компенсации и стимулирующие надбавки, согласно нормативному акту районной больницы, были предусмотрены для 20 водителей-анестезиолога реанимационных бригад. Однако с января этого года своих денег люди не видели. Администрация учреждения прекратила выплаты. При этом о новшестве предпочли умолчать. Никто не ознакомил работников с изменением оплаты их труда. Никаких документов, подтверждающих это, прокуратуры не обнаружено. Районный прокурор потребовал от исполняющего обязанности главврача устранить нарушение, после чего водителям выплатили более 117 тысяч рублей. У жителей поселка Ленинский в черте Ульяновска на левом берегу Волги возник вопрос, кто рубит сосны в лесополосе на улице Зеленая. Как сообщили в профильном министерстве, рубка законная проводилась по договору купли-продажи при создании объектов лесной инфраструктуры. Конкретно в этом месте арендатор участка планирует проложить лесную дорогу для противопожарного обустройства лесов. У пожарной техники появится возможность оперативно действовать в глубине территории. Кроме того, дорога сама по себе уже противопожарный разрыв. Взрыв, сообщил директор департамента лесного хозяйства Иван Герасимов. Центр стратегических инициатив Ульяновской области посчитал, кому и где жить хорошо. Опираясь на рейтинг РИА Новости, Ульяновская область занимает 31-ю строчку по качеству жизни среди российских регионов. Первое место внутри регионального рейтинга занял Новоспасский район, потеснив даже областной центр Ульяновск на второй позиции. На третьей ступени пьедестала Радищевский район, Новомалыклинский и Ульяновский замыкают пятерку. Оценка формировалась по ряду показателей, среди которых доходы населения и стоимость услуг, занятость и рынок труда, безопасность проживания и жилищные условия, здоровье, образование, транспортная инфраструктура и так далее. Вместе с пятеркой лучших определились и аутсайдеры. Субъект, оказавшийся в хвосте списка, Тянгульский район. Второе место с конца у Цельнинского, третья позиция антирейтинга Сенгилеевский, ближе к среднячкам Барышский и Корсунский районы.